Сегодня, 21 мая, у нас проводится экологическая акция «Таза Казахстан». В рамках этой акции будет проводиться посадка деревьев елей, 1,5 года саженцы. Значит, на этой акции будет присутствовать наш легендарный КК, Пауло Рикардо КК, главный тренер сборной Казахстана по футзалу. Совсем недавно Микелеле, известный футболист, садил деревья, которые очень хорошо растут. И, видимо, сама природа говорит, что это надо делать. Поэтому давайте пожелаем сегодня все деревья, которые будут высажены, чтобы выросли, были красивыми. Саға осындай танымал адамдардың қатысқаны елордамыз үшін, еліміз үшін, біздің жастар үшін өте маңызды. Айта кететін болсақ, Таза Қазақстан акциясы басталғалы бері елордамызда 5000-ға жуық ағаш егілген. Бұл іс-шараға, Таза Қазақстан акциясына танымал адамдармен бірлесе елордамыздың барлық тұрғындары қатысуда. Сегодня мы поддержали инициативу главы государства «Таза Казахстан». Я очень горжусь, то, что в этой акции участвую. Мы здесь делаем, чтобы наш город стал более свежим, более красивым. Надеюсь, что другим-то это пример будет, и они тоже будут каждый по чуть-чуть делать нашу страну, наши города лучше для нашего будущего поколения.